Ba essence brought a hippie blal ayanon se kemi mo la pa 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 ba parim ba ba ri bi bi ba la da da ta da ta ta da 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 ta ta da ta da ta da da da. Вот вот это вот письмо очень вот та и да и да да да. Арай да да ди да та та да 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 да. Да да да, май май май, па па па, май май май, милая. Итак, доброго здоровья, мои уважаемые посетители канала. Немножечко, немножечко на ваши. La 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 da da da. Итак, юзер 10 часов на истинно жизни в здоровье 2 написал или написала. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Как мне приятно сейчас на вас смотреть. О, ну я же, да, как в прошлом на телевидении. А, как и в прошлом на телевидении. Вы были, почему-то был. Для меня образцом вежливости, выдержанной, деликатности, опрятности и так далее. Но на телевидении там уж тебя, как бы сказать, ну я об этом рассказывал. То есть грим, одежда, на тебя смотрят, продюсеры, но они тебя так просто не выпустят, как меня сейчас. Так, потом, когда я смотрела ваше видео, это сейчас, мне показалось, что вы так надменно, поучительно разговаривали с нами. Знаете, когда задают такие какие-то по-детски наивные вопросы, ну, например, у меня киста в голове, поможет ли мне моча? Что, ну, что на это ответить? Ну, вот что на это ответить, как, кроме как винокур? Ну, что ответить? На это. Поможет или не поможет? Поэтому я так и отвечаю. Ага, я рада, что вы подняли эту тему, не пропустили, что написали вам, что написал вам слушатель про вас. Извините, что так читаю. Но. Вот важно в своем сознании, чтобы не было разного рода каких-то таких темных мест, скажем так, которые как-то реагируют на все это и вызывают у вас, так сказать, какое-то смятение, недовольство, раздражение и прочие такие негативные мыслишки, настроения. И, естественно, все это передается на наше тело. И в теле это все есть. Чтобы вы, по крайней мере, хотя бы для себя любимых, были как-то с собой откровенны. А если вы наберетесь смелости и мужества, то эту откровенность можете вынести и на обсуждение. И это не просто вот я там, как бы сказать, отговариваюсь от кого-то там, оправдываюсь. Это на самом деле большое лечебное разбирательство своего собственного сознания, в результате которого наступает исцеление, спокойствие, уравновешенность и уверенность в себе. Это очень дорогого стоит. И, естественно, все это сказывается на нашем организме. Он начинает работать так, как надо. Так, я правда надолго перестала смотреть вас, хотя вы очень хорошо и доходчиво, разборчиво поясняли свои наработки и других авторов. То есть, это, конечно, ваше право. Ваше право, и я не хочу ничего такого сказать, вот то, все там. Это ваше право, конечно. Подача информации иногда бывает какой-то отталкивающей. Лично вот для меня, несмотря на то, что в какой это форме будет, уловить вот то сокровенное, к
крупиночку знания, которая бы мне помогла. Ну, и я так рассуждаю. Мы с вами просто-напросто беседуем, да? Мне тоже хотелось написать про это, но не решалось. А вот, вот и несомнение, решалось, не решалось. Понимаете, если это выражено, ну, как бы сказать, в такой искренней и, главное, доброжелательной форме, то это всегда имеет место быть и воспринимается. А когда просто-напросто там пишут, сейчас модно уже не мочевая терапия, а калотерапия, я таких залетчиков на канал просто-напросто сразу же блокирую. Ну и пятое-десятое. Вот, чтобы вам еще сказать. Я уж не хочу брать себя, но иногда, вот я сейчас в данный момент, вообще вот я сейчас в данный момент, не столько пользуюсь книгами, а я взаимодействую с вот со всем этим пространством, божественным пространством, с этими творческими силами. Я с ними я с ними взаимодействую, я что-то прошу, что-то это, естественно, что-то делаю, чтобы это. Где-то вижу результат, где-то не вижу результат. И вот тут обидеться на то, что результата нет, а может, ты его неправильно делаешь, этот посыл, может, ты неправильно это делаешь запрос. И вот это вот, понимаете, вот это вот смирение должно произойти, смирение с вытеснением вот всех вот этих вот негативных вещей, которые у нас в огромном количестве имеются в сознании. Одни приходят, другие уходят. Вот я, например, сейчас прорабатываю для себя прощение. Боже мой, и еще раз, Боже мой, сколько, знаете, вот сознание только раз, ага, ты несправедливо там поступил к дедушке и бабушке где-то, ага, попросил у них прощения, хотя их уже давно здесь нету, ну там просишь, у матери с отцом, их тоже нету. Попросил за тот или иной случай, попросил там даже за то, что ты обиделся, когда тебя обманули. Попросил, тем не менее, прощения. То есть вот я прошу, а сознание, значит, вот так вот, мне все новые и новые порции. Грубо говоря, круг родственников я более-менее прошел. Ага, школьные годы там прошел. Ага, допустим, тут, а еще студенчество. А еще, допустим, а на телевидении вообще завал. Там то-то-то-то-то упасть на колени там и просить. Хотя вроде бы ты думаешь, а не за что. За что там просить, когда... возможно, там над тобой там издевались, но ты вспыхнул, ты что-то сделал такое в уме. Вот за это-то, чтобы ты чистенький предстал перед окружающим пространством, и просьба твоя получила отклик. Это так, к примеру, я вам все рассказываю, да? Но не решалось, а вот вы решитесь вот не так, вот так, вот сяк, вот. Вот, знаете, для того нам и дан ум, для того, чтобы мы подумали, а как это сделать? А почему на нас не обращают внимания? Какие тормоза и якоря стоят, которые не позволяют туда нашим мыслям вот тем подняться, где все это там творится, так сказать? Это очень, очень важно, так. Но, а вот все непросто. Столько месяцев я не смотрела, и тут включила, и вы разбираете письмо слушателя. И не просто так, знаете. Вот я думаю, как и большинство из нас, мы все думаем, что вот тут какая-то жизнь идет и так далее. Это, знаете, идет жизнь, которая как с первоосновы, с тонкого мира проецируется сюда. Что мы там сделали своими мыслями в тонком мире, то тут у нас и получается. И поэтому нам вот это не случайно, что у нас вот такая заморочка была в сознании, писать, не писать, решаюсь, не решаюсь. А то тебе только раз, вот оно. Понимаете, информация, что самое удивительное, она тебе вот буквально таки подбрасывается. Вот тебе надо,
И информация соответствующая пришла. Удивительнейший феномен, который говорит о том, что идет объяснение вот этой всей жизни нашей. И плюс, как бы сказать, желает с нами поработать, желает, чтобы мы стали лучше. И для этого вот такие вот случайные встречи как бы происходят, случайные действия, случайные эти. Письмо слушателя. Ну, дальше. И сейчас я решилась написать свое мнение. Ну и отлично. Опять-таки, я стараюсь именно с теми людьми, которые хотят что-то искренне, обращаются. Я всегда стараюсь откликаться. И начал я вот с этого, но закончу на другом, из-за которого я и начал все это делать. Так, спасибо вам за все, всем здоровья, душевного спокойствия. А начал я, хотел начать, а теперь подошел к этому вопросу из-за вот подписчицы, которая пишет, у которой получается, у которой что-то не получается, и она просит совета. И у нее, я чувствую, есть свои собственные сомнения, которые надо развеять. Итак, вот что пишет, я уже неоднократно рассказывал, разбирал ее даже эти самые письма, и вот сейчас еще разок разберу. И знаете, получается вот такая как бы нестыковка. У человека там полно паразитов, начинает чиститься, все там выходит, применяется полынь, то есть применяется травы, которые перевозбуждают жизненный принцип ветра. Жизненный принцип ветра – это сухость и холод в организме, плюс спазмы, еще вдобавок, спазмы. И если мы вот, как бы сказать, гоним паразитов, а потом у нас что-то и вроде печень почистили, опять-таки мы там используем травы, которые мощно ведут к перевозбуждению ветра. И если у человека индивидуальная конституция ветреная, то малейший сдвиг в эту сторону, и все, он сразу уходит вот в эти вот, будем говорить, перевозбуждение жизненного принципа ветра. Это сухость, холод, плохое пищеварение, спазмы, это в уме хаос. Это невозможность нормально выспаться, отдохнуть и мысли сплошные, как будто ты на какой-то измене. И думаешь, вот тут мечешься, а может вот тут тебе поможет, а может там поможет, а может сям поможет. И в этом, конечно, но без такого, как я, очень трудно разобраться, потому что нам во всем этих, ну вот, например, книжка, видите, какая мощная книжка «Лечение болезней от А до Я», написали профессора, но они абсолютно не оперируют вот в этой терминологии и в этих понятиях, которые приводят к тем или иным состояниям плохим организма. Поэтому я вот как раз разъясняю. И, кстати, и память мне подбрасывает сразу такой случай. Это было в Воронеже, я там читал лекции, значит, и книжки тогда привел, далекие те 90-е годы, причем начало 90-х годов. И вот как раз женщина одна, Геннадий Петрович, ну что такое, я вот такая сякая, вот что-то у меня не получается, вот что-то я плохо себя чувствую. Вот, а я вижу, у нее так ветерочек перевозбужден. Я говорю, вот сделайте следующее, примите, значит, теплую ванну, вотрите в тело оливковое масло и буквально таки на завтра или когда-то в лекции будет, расскажите, что и как. Она так сделала, говорит, о, случилось чудо. Это не чудо, это просто-напросто своевременная помощь организму. Что надо сделать? Ведь здоровье – это не просто, биологический процесс. Это и химические там реакции, биологические реакции. Это еще и физический процесс. А физический процесс – это совершенно иные вещи, и регулировать там надо с помощью совершенно других средств.
Ни какими-то таблетками, ни травами, ни этим, а вот непосредственно воздействием каких-то мощных физических факторов, где надо тепло, где надо влага, где надо это самое, холод. Ну и вот смотрите, отвечаю Наталье, вот она пишет: «Здравствуйте, Петрович, пропила полынь 2 недели». Полынь 2 недели. До этого она как раз говорила, почему полынь, вот 2 недели. Вот она до этого, значит, написала: «Не паникую, но уже как-то нервничаю». Нервничаю, да? Я тут себе делала самомассаж по типу висцерального. Понадавливала, легче не стало. Вакуум живота почти научилась, только без вращений. Ну, вакуум живота где-то, конечно, он будет работать там, где все внутренности здоровые. Так. Но все равно ничего не помогло. Может, нужно к специалисту по висцеральному массажу? Измена в сознании, да? Он лучше сделает, чем я. Да, он лучше сделает, но он не понимает, а что там такое. Так, что интересно, что масло Тиграна не помогает, он удивляется. Опять-таки, если нарушены вот эти вот по перевозбужденному жизненному принципу ветра в организме сухость и холод, а там ничего особо и не поможет. Там это совершенно другой уровень знаний и совершенно другие процедуры должны быть. Вот. А почему она, эта пробка, то есть пробка в кишечнике, которую никак она не сдвинет? Не вышло еще причистки. А вот она при чистке могла, вернее, после чистки и появиться. Из-за того, что вот это все мощно сработало, и после этого образовался спазм. Как бы сказать, парадокс. Вроде бы эта процедура, чистка печени, нужна для того, чтобы сработала. Но когда все в организме более-менее нормально, она так срабатывает. Но как только перевозбужден ветер, это же срабатывание вообще стимулирует его на спазм. То есть для того, чтобы что-то сработало, надо это заставить. Мы его заставляем и вызываем спазм. Будет что-нибудь, напишу, не вышло при чистке, с уважением, значит, так. Так, а вот она еще, то есть я как бы сказать, спускаясь туда, она пишет: «Пью полынь на ночь. Полынь перевозбуждает жизненный принцип ветра. А все началось из-за того, что пошли паразиты, и это рекомендовалось для паразитов. Это же противопаразитарное средство перевозбуждает жизненный принцип ветра. То есть пью полынь на ночь, ватку с дёгтем держу и днем, и ночью. Это тоже перевозбуждает жизненный принцип ветра. Так, делов самостоятельным туалетом нету. Пробовал большую клизму, но она не идет за раз. Пришлось за несколько заходов, но эффект от маленькой зелья плюс вода. Кстати, а зелье-то оно соленое. А соленое, в смысле, там находятся соли. А соленое, соленый раствор, он также ведет к тому, что высасывает воду, обезвоживает организм. И будьте любезны, получите перевозбуждение ветра. Сухость и холод. Все. И кишечник вот в первую очередь он начинает тормозиться. Больше, значит, так, опух правый глаз, болел, слезился, сейчас не болит, но прежний размер не вернулся, наполовину меньше левого. Я так понимаю, глаз с этим связан. В животе тишина, только тяжесть, иногда газы, из клизмы выходит кал весь, непереваренная пища, это как раз говорит о том, что не достает жизненного огня, который переваривает, способствует перевариванию, то есть холод есть. Но опять-таки, это вот так как я ее знаю давно, она жила более-менее нормально, у нее были там свои, допустим, какие-то там проблемы. И вот за решением, это очень важно понимать, за решением вот этих проблем незаметно произошло перевозбуждение ветра. И вот эти уже те проблемы, которые ее беспокоили, они вроде как и перестали беспокоить. А вот эти появились. И вроде бы ты делаешь хорошее дело, очищаешься, травишь паразитов и так далее, а организм не работает. Вот не работает и все. О, как в данном случае.
возникает вопрос, почему, что, как. И только вот знание аюрведы позволяет объяснить с позиции жизненных принципов, а что ж произошло и как это устранить. При прощупывании, массаже живота болезненность почти везде, кроме нижнего правого бока. Чувствую, что пища быстро переваривается, выходит вниз и без клизм. Все стоит, не выходит. То есть быстро переваривается. Она не столько переваривается, а как, знаете, вот что такое жизненный принцип ветра? Это, грубо говоря, скорость процесса увеличилась. И вместо того, чтобы, знаете, вот это вот все так чук-чук-чук-чук-чук-чук переварить, усвоить, это все такое не успел организм в данном отделе не переварить, не усвоить, все туда прошло, и там начинаются свои процессы. Вот что. Так, и без клизм все стоит и не выходит. Так, 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 так. А тут вот она как раз, вот это вот фото, я его, кстати, вставлю. Это что, вот, вот паразиты выходят. То есть все началось с того, что начали травить паразитов. Так, здравствуйте, полынь. Это еще мы ниже спускаемся. Полынь на ночь, ватку с дегтем держу днем и ночью. Делаю самостоятельно, кто я пробовал большую. Так, 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 так. Ага, ага, ага. Так, 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 еще так. Начала пить полынь на ночь. На следующий день туалет цвета желтого цвета, как у маленьких детей. Это у нас этот самый, за 29 августа. Цвет, как у моего, самостоятельного стула нет, внутри распирает, становится плохо, иду в туалет, будто пробка мешает, само не выходит, только микроклизмы, зелье, плюс вода пополам. А это как раз еще стимулирует пересыхание организма, перевозбуждение ветра. И в итоге человек входит в такую, как бы сказать, яму, что не знает вырваться. Современные специалисты, не обладающие знанием аюрведы, они просто не способны в этом разобраться. Почему там некоторые и недоумевают. Так, опять-таки. Ага, пью два раза в день и масло тиграна желтое. На третий день питья полыни стали выходить опять длинные глисты. Начало дыхание, очищающее полевую форму жизни. Значит, дыхание, очищающее полевую форму жизни, тоже перевозбуждает ветер. Не делать. После дыхания болит сильно в районе пупка, судороги в ногах, сводит ноги. Не делать, а это еще уже вот эти вот, то, что я прочитал, это уже говорят о крайних степени перевозбуждения жизненного принципа ветра. Так, и сейчас болит всегда в районе пупка. Подскажите, пожалуйста, что мешает самостоятельному стулу, почему не получается это из-за глистов? То есть вот-вот-вот из-за глистов, не из-за глистов, из-за чего, как бы сказать? А, и вот почему, вот опять-таки нужен канал для того, чтобы те люди, которые желают разобраться со своим здоровьем, вот так они начинают заниматься. Они получают какой-то опыт, у одних он положительный, у других вроде как положительный, и потом отрицательный. А почему? И вот мы тут-то докапываемся до всего этого. Видите, желчь после чистки печени должно все налаживаться, желчеотток. Вот по идее, понимаете, идеи. А существует и другая правда, другая совершенно правда, которую надо знать. Итак, что я ответил? Спазмы, они от волнения, тревоги, но не только, как я вам сказал, от массивного применения вот этих противопаразитарных средств, вот этих вот травок, которые способствуют очищению печени, от этого солевых растворов, от клизм, от дыхания, это все вызывает спазмы. И если еще человек к этому склонен, то все это, знаете, как это самое, сразу одно к другому раз, и все, и человека в бараний рог вот так вот перетянет, и он не знает, почему, что и как, и как это все распутать. По идее, современная, будем говорить, медицина, представление, это должно было вот так быть, а оно совсем по-другому. Вот это, как говорится, дорогого стоит. Далее пишу. Их снимет глубокое расслабление. Отставьте все процедуры, никаких противопаразитарных трав.
дыхание, там, клизм, ну вот ничего, делайте общее прогревание тела в ванной, ложитесь, минут 15-20 полежите, прогрейте все, вот, вот, значит, теплое питье после должно быть, теплое питье такое, знаете, вот, лучше всего каких-то слизистых отваров, типа киселя, если чай, то это такой, знаете, вот, он никаким не вяжущим вкусом, не жгучим вкусом, он не должен обладать, иначе все это, значит, прогрев, а после втирания в кожу оливкового масла. И плюс еще в анус, я уже показывал, вот такая вот выстругивается из сливочного масла свечка, вот такая вот примерно. И туда, что она делает? Она растаивает в ампуле прямой кишки, а ампула прямой кишки является именно местонахождением жизненного принципа ветра, и оттуда начинает потихонечку увлажнение организма, устранению сухости, потому что кишечник не работает вот от этой сухости, этих спазмов. Питание теплое, вот теплое, чтобы было. Можете, знаете, какой-то там картофельный суп делайте, каши больше, чтобы размазня со сливочным или топленым маслом. Если уж овощи, что в данный момент особо там нежелательно, то они должны быть также тушеные, хорошо растушеные, чтобы это так, как какая-то, знаете, масса, и в теплом виде. Пить теплое, вот теплое, и при этом не терпкое, вот, а такое, знаете, чтобы мягкое, типа вот спарыша, типа там этого, такие эти самые вкусы, чтобы были. Надевайте опять-таки теплое, чтобы вы были постоянно в теплом, ни в коем случае, чтобы вы не мерзли. Вести себя спокойно. Да, это очень трудно вести себя спокойно, различные, будем говорить, мысли возникают, вот это, а как, а что, страхи за себя, за семью, за свою дальнейшую жизнь, за работу, а как, могу, не могу, да что ж такое, долго не получается, что такое, ну не то, вот понимаете, вот не то человек, когда делает, и он делает не из-за того, что, как бы сказать, он там не знает, а некому подсказать, вот мы гнали Христов, догнали с того, что вот это вот, мы сюда сместились, как я вам говорю, вот должен быть человек здоровье вот в таких вот рамках. А мы, когда начинаем, грубо говоря, сыроедением заниматься, мы были сдвинуты в эту сторону, и потихонечку только раз в эту сторону вошли, о, отлично, сыроедение, во, помогает. А потом только хопа, в эту увалились, не понимаем, а почему то же сыроедение начинает нам показывать совершенно противоположные результаты. А просто-напросто мы сдвинули слишком все параметры организма в другую сторону. И это очень часто бывает, не только в сыроедении, там человек голодает, человек там закаливается, там бегает, еще что-то чем-то занимается и так далее. Так, надевать теплое, вести себя спокойно. Любое волнение провоцирует спазм кишечника, и я не зря для себя и для вас написал книжечку. Все о запорах. Запоры бывают двух типов. Атонические, когда просто от старости и немощи у вас не может организм работать и не может работать кишечник. Он не может из-за дряхлости. И спастические. Спастические как раз у молодых, можно так сказать, здоровых, но волнительных людей. Как только они поволновались, у нас же тут столько заслонок различных в кишечнике, и они сразу же начинают вот так вот 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 пережиматься. И в итоге где-то вот так вот растянулось, почему там и такое, вот тут у меня растянулось, болит, а там тоненько, как буквально-таки, как вот этот вот кишка так сжалась, спазмировалась. И попробуй это все это самое, расслабить. И если мы применим какие-то слабительные средства, то они этот спазм еще, он был вот такой вот, а стал вот такой вот. Они еще более усугубляют, потому что подстегивают, потому что воду выжимают из организма, обезвоживают его. Совершенно иной подход должен быть. Это
Это важно знать. Так, спастический запор сказал, сознание должно быть спокойным и ровным. Следите за этим. Вот следите, поставьте такого же, допустим, вот как я у себя там, Петровича, который следит за вот этим Петровичем, что у него там в чердаке какие-то мысли бегают, чтобы вовремя этого все перехватить и сделать так, чтобы все здесь работало спокойно и ровно. Спокойно, ровно здесь работает, здесь все нормально. Как только здесь беспокойство, все, сумбур полнейший, разлад, давление скачет, пищеварения нету, запоры, голова болит. Вот, следите за самим собой, учитесь контролировать самих себя. Самоконтроль, что вы делаете, какие мысли приходят, почему? Потому что сначала появляется мысль, которая разрастается в эмоцию, вызывает волнение и все. И психосоматическое заболевание, вот оно налицо. Как только волнение, переживание, страх, сразу же спазм, я еще предупреждаю. Вот так. И вот такое вот письмецо я написал. И вам это все рассказываю, показываю, для того, чтобы вы на этих примерах учились, а что же со мной происходит. И сейчас, когда погода становится все холоднее, а туда дальше она будет еще сухая, вот эти проблемы, они будут выходить, знаете, на первые места. И плюс они просто-напросто приостановят работу организма, как в данном случае. И тут пошла из-за спастического запора, пошел этот самый зашлаковка организма. Сосуды забиваются, по сосудам пошло, проблемы с суставами. На этой всей грязи начинают размножаться паразиты, и пошло-поехало. Так, чтобы этого не было, я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.